Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Итак, продолжение истории про миксели. 9-я серия Лего Миксели. Ну а это 3-й герой из племени Трэшес, которого зовут Свипс. У него в каждой руке и на хвосте веник. Ну и конечно же, после 3-го члена племени произойдет микс. И на свет появится вот такой вот, ребята, Макс. Но это в будущем. Скоро мы это увидим. Итак, наша любимая распаковочка. Вскрываем пакет. И достаем все содержимое. Это один пакетик и книжка-инструкция, в которой все описано. Свепс. Из этого пакетика должен получиться вот такой вот миксель. А на последней страничке мы видим, как собирается Макс. Итак, вскрываем пакетик и все содержимое высыпаем. Вот. Ух, смотрите, ребят, какие щеточки. Вот с такими щеточками наш миксель сегодня будет убирать город Миксополис. Вот такие щетки у него. Вот с такими щетками даже, наверное, ребята видели, по городу ездят машины, которые убирают улицы. Ну что, начнем собирать. Итак, я все накрываю. Говорю просто микс, 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 микс. И открываю. Посмотрите, ребята, какой классный миксель-уборщик. Последний, 3-й из племени Трэшес, из племени мусорщиков. Вот такие у него, смотрите, какие венечки, они крутятся. Вот ими он подметает все улицы. И сзади, даже смотрите, где хвост. Им даже подметает, здесь та же метелочка. Вот такой вот он мощный. Он ни одной пылинки нигде не оставит. На первый взгляд может показаться, что этот член племени Трэшес со щетками на каждой руке и веником на хвосте должен очищать улицы Миксополиса 2 раза быстрее. Но нет же, он легко отвлекается и любит порисоваться перед прохожими. Ему очень нравится покрасоваться. И за это его работа может остановиться. Поэтому этого веселого микселя постоянно приходится поторапливать, чтобы он убирался. За ним нужно постоянно следить. Вот такой вот он озорник, наш Свипс. Мне бы очень хотелось иметь такого уборщика у себя дома, чтобы он все у меня убирал. Он залезет, наверное, в каждый уголочек и все оттуда выметит, потому что у него такие мощные венички. Веселый Свипс. Ну что, поели? Давайте теперь в Миксополисе устроим бардак. Нам мусорим на всех улицах, чтобы эти миксели с утра до вечера только убирались. Правильно, я только за. Раскидывай все. Будем все вот так вот раскидывать. Пусть эти миксели убираются. Я их ненавижу, этих микселей, они мне очень не нравятся. Ура, балдей по городу, Миксополис, пачкай все. Все сори, кругом мусор. Вот какой грязный город, таким и надо. Ха-ха-ха-ха-ха. Парни, смотрите, какие-то зеленые миксели сюда едут. Это кто это такие, еще интересно? Вы что это здесь делаете? Вы как посмели сорить в нашем городе Миксополисе? Проклятые никсели! Вас нельзя никуда пускать, вы только все портите. Ну-ка убирайте за собой. Вы же мусорщики, вот вы и убираете. Ха-ха-ха-ха! Мусорщики, фу, грязнули. Это не потому, что детцы никого не слушали, вот поэтому и стали мусорщики. Теперь только подметают полы и полы моют. Они сами виноваты. Они не учились, вот и стали обыкновенными мусорщиками. И только мусор теперь умеет убирать, и больше ничего. Зря вы так с нами миксели. Мы хорошо учились, и мы всех слушали. Это наша профессия, убирать мусор. И нас за это уважают. А мы знаем очень много. Но за эти слова мы вас сейчас отсюда прогоним. Или просто проглотим. Ой-ой-ой, напугал. Ой, напугали нас как зеленые миксели, маленькие миксели. Это кто это здесь озорничает? Это кто столько насорил? Кто обижает наших мусорщиков? Я сейчас напором воды вас всех отсюда вычищу. Итак, я вас поливаю. Ой, вода, кругом вода. Вода, убегаем, все быстрее к себе, быстрее. Вот так, я вот этих всех прогнал напором воды. Ну да, конечно, здесь мусора много. Для вас здесь куча работы, парни. Ну давайте, приступайте за дело. Ну а я их прогнал и поехал дальше. Ну все, пока, я поехал. Слушай, большой мусор ты мы уберем. Да, я прекрасно это понимаю. Просто остается вот эта пыль, которой нужно подметать. А веников ни у тебя, ни у меня нету. А для этого сейчас сюда едет Свипс. Он уже с минуты на минуту должен быть в Миксополисе. Он первый раз в этом городе. О, я давно его не видел. А ты знаешь, если он сюда приедет, то мы уже можем сделать микс. Конечно, это я прекрасно понимаю. А после микса с нас получится один большой Макс. И он один будет убирать весь этот город и справляться со всеми операциями, которые мы втроем не можем делать. Да, это будет очень большой Макс. Я уверен, такого уборщика на планете больше нету, как Макс уборщик, мусорщик. А вон, кстати, и Свипс едет. Да, Свипс, давай, заворачивай сюда. Давай к нам. Иду, наконец-то дошел. Ну как у вас здесь грязно? А что так грязно у вас? Да это миксели они здесь были. Видишь, как они баловались и устроили здесь нам все. Теперь весь город нужно после них убирать. А город был такой чистый. Ну а Свипс, ты как раз вовремя, как раз мусора целая куча. Для тебя здесь работы. Непочатый край. Мы-то большие мусоринки убираем. Весь большой мусор мы вывозим.
А вот маленький, чтобы его подметать, у нас нет веников. Для этого есть здесь ты. Наконец-то теперь мы все в сборе. Я в два счета уберу этот город. И подмету его. Вы даже не узнаете. Я залезу в каждый уголок в этом городе. Вы, главное, только мне не мешайте, а то я быстро отвлекаюсь и могу даже забыть, что я делаю. Ну что, приступаем? Начинаем работу, начинаем генеральную уборку города. Итак, я забираю морепродукты, рыбки туда-сюда, все вот такое. А остальное можете забирать уже вы. А я буду забирать стеклянный мусор, ну и другие вещи, конечно. А я вот так вот беру и закидываю, и потом все перерабатываю. Вот так вот, чинг-чинг, все съел и все. Ну а я собираю весь мусор в одну кучку, и потом все это проглатываю. И после меня всегда все чисто. А вот посмотрите на меня, как я все подметаю. И посмотрите, все как после меня чисто, ни одной пылинки. Ни одной пылинки не остается. А еще я могу чистить витрины магазина своими мягкими щеточками. Вот так вот стекла я чищу. Вот так вот все. Все здания я могу почистить. Так что я подметаю не только дороги. Могу и все почистить, что вы скажете мне. Ты вообще универсальный работник? Да. Я многое что могу. А вот когда мы станем Максом, мы тогда будем вообще все уметь. Ну да. А до Макса осталось совсем немножко. Скоро будет уже Микс. Я очень жду этого момента, когда произойдет это чудо. Ну вот, ребята, племя Трешес, племя мусорщиков, все в сборе. И появится большой-большой Миксель, их Макс, мусорщик. Так что, ребята, заходите в Потап почаще, и вы здесь увидите не только такое. Всем пока.